Здравствуйте, ребятушки, девчатушки. Я рад вас приветствовать на своем канале Жук Муравейник. С вами дядя Саша, Великий Ужасный. Сегодня будем играть с вами в Counter-Strike. Чем сегодня будем заниматься? Сегодня я решил поиграть в режим бой насмерть и поставил себе этакий челлендж: набрать на пулемете Евгений О. Негев 100 киллов, 100 фрагов на нем набить. Это будет сделать совершенно несложно, потому что у меня здесь есть система StatTrak, которая отслеживает убийство с данного вида орудия. Как видим, 330, значит, когда я наберу 100 киллов, 100 фрагов, будет 430. Кстати, убийства ботов не засчитываются StatTrak'ами, так что все по-честному. Так, ну что, в таком случае начинаем играть. Значит, у нас вот бой насмерть. Ну давайте выберем вот эту группу карт, а то все на дасте, правильно? Так, правильно. Ну что, поехали, поехали. Значит, на этой вам сразу предупреждаю, потребуется не одна катка. Здесь катки по 10 минут, здесь каждый сам за себя, как бы на соперники, противники есть, огня по своим нет, своих убить нельзя. И столкновения с ними отключены, ты через них, как бы сквозь них можешь пробивать. Но если напарник стоит на пути твоего выстрела, то пуля как бы попадает в него, не пробивает его насквозь. Единственное, в чем тут есть... Уотсон! Уотсон, почему пуля насквозь не пролетает? Откуда мы знаем, Холмс, не пролетает пуля насквозь и все. Ладно, поехали. Итак, нас закинуло на Нигерал. Ладно, ну тут поиск быстрый. Итак, вы помните, 100 фрагов на Евгении О. Негеве. Ну, давайте зайдем, допустим, за терроров. Так, и тут оружие каждый раз покупать не надо. Тут вы его один раз купили, и оно потом, вы с ним потом будете спауниться. Тут задача бегать. Вот, прибежали, получили в задницу. Ну, как вы помните, нам надо 430, чтобы у нас было фрагов. Да, это будет проблематично. Эти у нас не открываются. Я вообще нюк особо-то не знаю. Но так, для разнообразия решил. О, кура. Кура побежала. Говорят, на куру, если целишься. Если на куру целишься, нажимаешь на... Меня бот убил. Я пока с курой возился, меня убил бот. Ладно, не страшно. Не страшно, я прощаю бота. Так, я прощаю бота. Так, бонусное оружие мы брать не будем. Нам хотелось бы с такого оружия хоть что-нибудь набить. Так, пока только один... Одну килушечку жалкую пока набили. Одну жалкую килушечку набили. Не забываем смотреть на карту, кто куда бежит. Так, здесь вот, здесь вот, здесь вот. Ну, карта, конечно, для меня сложновата. Нюк. Да, вот, вот меня кто-то стреляет, а я его даже не заметил. Так, it's my... Улица, улица. Улица полна неожиданностей, что я могу сказать. Здесь кто-нибудь откуда-нибудь как долбанёть. А где они вообще все? А, враг над... Враг надпись. А чё ты это? Как его там? Ну, таких, конечно, нечестно стрелять. Нам бы как бы в честные схватки. Я даже не знаю, сколько я их тут могу набить за один, так сказать, каточка. Тем более, это уже почти наполовину закончилось. Ну, хоть, я не знаю, семерых бы. Какой там семерых? Хоть пятерых. Это не я его убил, черт побери, кому-то засчитали, а мне не дали. А мне не дали. Да, вот так оно. Вот так оно будет очень-очень долго. Может быть, не нюк уже взять, а что-нибудь иное. Пожалуй, далеко ходить не надо. Надо как-то топтаться на одном квадратном метре. Может быть, сверху еще могут прийти. Они же еще и сверху могут прийти. Но надо по карте смотреть. Тут на карте, конечно, все, в принципе, видно. Ну как все? Не так уж и все. Что-то видно. А что-то... А что-то нет. Ах, там их двое было, хоть бы в одного попасть. Так, ладно, спокойно, спокойно. Все уедем, спокойно. Кура, кура. Куру, если убить, одно очко дадут, но за это не засчитается такой килл. Да что такое, а? 46 урона нанес. Как так? Как так? Опять не успел, понятно. Понятно, да. С Евгения Онегева не так-то легко стрелять. Да, что-то кто-то... Блин, почти попал. 29. Так, ладно, хорошо, продолжаем. Кто тут у нас где-то впереди? Кого-то видят наши напарники. Видят кого-то они впереди? Да, вот кого-то очень видят. Очень кого-то видят. Да блин, как у них хорошо стреляют. И как плохо стреляю я. Так, 10 киллов, это ты будешь знать, сколько дней набивать? 10, 100.
Знаешь, сколько дней будешь набивать? Нет, даже особо не догадываюсь, сколько я дней это буду набивать. Мне трудно догадаться, сколько это будет набиваться. Я знаю, что долго очень. Так, это мой тут стоит. Товарищ. Товарищ. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Ух ты, как его хорошо видно. Но это не я его убил. Но убил его, к сожалению, не я. А жаль. А хотелось бы мне. А мне бы хотелось бы. Да, он только появился, и я его не успел. А он меня успел. А он вполне успел меня пристрелить. У него все хорошо. Так, что они тут? В дверь зашли. Да, в дверь зашли. В дверь зашли. Кто откуда идет? Кто бы мне подскажет, кто откуда? Вот кто-то, слышу, бежит. Ко мне, по-моему, да? Да, ко мне. Ко мне бежит. Еще кто-то там сзади у нас стоит. Это враг надпись. Это враг надпись. Пока я пытался нечестно убить врага надпись, меня штуп-штуп-штуп-штуп-штуп-штуп. Вот этот штуп-штуп. Ох ты, EVP в голову дало. Да, дядь Саш. Евгений Онегин, это, конечно, штука хорошая. Но, блин. Но, блин, но, блин. Но, блин, но, блин. Так, я кого-то спас, кого-то убив. Я кого-то спас. Вон там еще один я видел, мельтешил. Да, вот теперь он уже был удачен. Удачен он был, гад. Так, а я опять там же примерно появился, да? Они в это окошечко любят выглядывать, да? Любят выглядывать в это окошечко, братцы. Угу. Сколько ж я за раунд-то пострелял, мне интересно. Да. Хренушки попал. Хренушки. Так, ладно, хренушки так хренушки. Где там все есть? Куда они все делись? Так, тут кого-то оприходовали. Кто-то прятался, его с ним быстренько разобрались. Так, давай у нас другая карта потом будет. Не нюк. На нюке я совсем тут это запутался. Потом могу вот так подло подкрадываться и убивать. Больше никак, к сожалению. Не могу. Ура! Говорят, если на тебя прицелиться и нажать Е. О, она подпрыгнула. Ну что, за мной будешь ходить? Будешь за мной ходить? Да, ходит за мной. А, меня убили! Куру мою не убили. Она вот когда я отреспаунюсь, появится около меня? Или должна прибежать ко мне? Или должна ко мне прибежать потом? Вот этот вопрос мне очень интересен. Куда куря? Куря моя денется. Которую я, так сказать, приручил. Или в этом режиме она за мной не будет ходить? Ну, какой-то гад подбежал и зарезал, пока я тут пытался понять, что происходит. Ух ты, гады какие. Пока я пытался с курой разобраться. Негив, чем плох, он очень тяжел, когда с ним ходишь. Ну, заодно потренируюсь с ним ходить. Потому что с ним просто так не походишь. С ним разворачиваться долго. Надо все время на нож переходить. Но переходя на нож, рискуешь быть застигнутым врасплох. Да, здесь вам не тут. Кто это так стрелял? Прострелом, что ли, стреляли? Так, что я там настрелял-то? 12 киллов. Во! 78 киллов осталось. Пауза. Так, я голосую за Мираж, но они выбирают Инферно, да? Ну, пусть будет Инферно, я не против. Итак, Инферно. Ну, давайте вот за этих. Их что-то вроде как-то поменьше. Пистолет. Ну, пистолетом я пользоваться вроде как не планирую. Так, ура. Сейчас опять меня убьют, пока я буду тебя прицеливать. Будешь за мной бегать, да? Будешь за мной бегать, ура? Эх, кура, моя кура. А вот еще одна кура. Я тут с курой, не мешайте мне, я с курой. Блин, с двух сторон окружили гады. Так, погоди, это я где? А, это я в домике тут далеко появился. Все, примерно понял, где я нахожусь. К банану выходим. Это я к банану выхожу. Да блин. Ну почему он-то попал в меня? Да как так, как так? Так, это пески у нас, да? Да. Неплохо. В тыкву прилетело с калаша. Так, библиотека. Кто-то в библиотеке. Или где это он у нас? Да, в библиотеке. Да иди ты в пень. Гля, один хп мне оставил своим дробовиком, а? Во гад. Во гад, блин, а? Во гад.
Сейчас еще кто-нибудь придет и зарежет. Потому что когда одно хп, что тут резать? Ну вот я и говорю, зарежет. Потому что с одним хп тут резать нечего. Я даже ему ответить не успею. А они видели мое местоположение. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Я не сильно расстроен. А вот теперь можно перейти на пистолет. Так, чисто в целях самообороны. Чисто в целях самообороны можно перейти на пистолет. Понятно. А что ты заряжал? Там у тебя еще 72 патрона было. Куда тебе столько? 72 патрона обстреляться, собственно говоря. Вот и обстреливался бы. Вот и обстреливался. Так, это у нас как бы террористическая респа. Ну, они не обязательно здесь будут появляться. Хотя могут, конечно, и здесь. Так, кура, кура! Пойдешь за мной. Угу. Говорит, хорошо, начальника. Сейчас всех кур с собой соберу. Еще одна тоже пойдешь со мной. А я курок соберу. За мной, братва, за мной. Заклюет. О, гля, бегут. Ай-яй-яй, ты лишил кур предводителя их. Ты лишил кур их куриного. Да как так хорошо стреляют-то? Лишил кур их куриного предводителя. Как у тебя только рука поднялась на это? А откуда прилетело? А откуда-то прилетело от Грегски. От мистера Грегски. Ай, ай, больно как. Ай, 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 ай. А, да какой гад. А я в него ни разу не попал. Удивительно. Удивительно ли рядом. Так, тихо. Опять этот грегский снайпер. Гребаный. Грегский, гребаный, грегский снайпер, гребаный. Так, извини, братуха. Извини, братуха. Так, ты только не перезаряжайся. Тебе нечего перезаряжаться. Странно, и в эксперта почему-то не попал. Ну ладно, перезаряжаться тебе не надо. Ты так долго все равно не проживешь. Ты так долго все равно не проживешь. Ага, вижу. Я вижу человека. Я вижу человека. Но мне это не помогло. Хотя 97 урон ему нанес, а. Эх, как же хорошо я ему нанес урон. Аж целых 97. Никого не убил. Теперь у меня личный враг эксперт. Эксперт мой личный враг. Да глянь, как он стреляет все время в голову. Какой мерзкий экспертишка попался. Да чё вы тут ходите? Меня вон там эксперт застрелил вообще всего, а вы тут что-то делитесь. Где вы ходите? Вашу Машу. Мне теперь эксперту надо отомстить. Да, отомстишь с такой стрельбой, конечно. Я бы отомстялся. Кто там стреляет в нас? Кто там к нам лезет? Кто там к нам лезет? Понятно. А кто-то еще, да? А где кто? Это же эксперт. А, я отомстил эксперту. Неплохо. Кто стучится, дверь моя? Видишь, дома нет никто. Кто там топает? Кто там ходит? Нет, эксперт, у тебя это не получится. Такая фишка. Прости, пожалуйста. Угу, все-таки сзади меня кто-то пристрелил. Зато я эксперту отомстил. Что может быть? Да. Зря так зажал. Так, это опять эксперт тут лазит, по-моему, да? По-моему, да. А где они есть? Так, тут еще кто-то. И сзади сразу получил. От штурмбот, штурмбот. От штурмбот сзади сразу получил. Так, хорошо. Учимся, учимся, учимся стрелять. Так, куда это я прибежал? С Евгения Онегиева учимся стрелять. Вон, сзади кто-то был или мне показалось? Тебе, наверное, показалось. Так, пианино. А вот это, по-моему, чужой бежит, нет? Где-то кто-то бежит, не пойму, где кто бежит. Вот, чужой где-то здесь топчется. Где-то здесь чужой топчется, мне кажется. Мне кажется, где-то чужак топчется. А вот где он топчется, хрен понятно. На банане, что ли, они там топчутся? Что так лагает-то сильно, ага.
А лагает так сильно, потому что народ дофига. Да, надо еще ставить на бой насмерть еще ниже качество записи. Вообще не 50 ставить, а, наверное, даже 40 или 30. Потому что от этого тоже нормально. Грекский теперь мой личный враг. Ну ничего, ничего. Мы, как говорится, одного уконтропопили и с тобой. Кура, кура бежит ко мне. Так, понятно. Это не так ура. Это не так ура. Понятно. Ух ты, блин, ну кукури стреляет. Слушай, а сколько я там настрелял, тоже мне интересно знать. Килов-то. Килов-то сколько он настрелял? А, вон 354, вижу. А должно быть 430, да? Да, вон грекский продолжает быть моим личным врагом. Вот такими темпами тебе еще. Да блин! Такими темпами тебе еще очень долго стрелять, я вам так скажу. Так, штурмба. Банфюрера уконтропопили. А ты откуда? А ты откуда сюда прилетел? Я чуть не понял. Это мой вроде, судя по карте, по картографии. Так, понятно, сзади прут. Извини, штурмбанфюрер. Это мой, а, понятно, от грекски получил. Вообще не понял, где он заспавнился. И откуда я от него получил. Было не очень понятно. Как у нас это с грекски. Все мимо, все мимо, мимо, мимо. И что, не попаду? Попал таки. Да не может быть так вот стрелять и не попасть. Аккура, 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 аккура. Фига себе, он его чуть не зарезал. Так, а гребли мы из чего? Из ССГ. Из ССГ. Да я тебя вижу, эксперт. И тебя тоже вижу, но... Годи-эксперт. А что-то какие-то одни эксперты. Что-то экспертов-то много. Опа-на, я грекскому отомстил. Ха-ха-ха-ха, будешь знать, как на наших бузить гады. Сейчас может откуда-нибудь прибежать. Может прибежать. Так, ага, это мой стартанул. И его сразу уконтропопили. Ну конечно, с моими-то способностями. Штурмбота. Штурмбота меня не убил. Фига себе. Еще один личный враг появился, а? Что ж такое? Как я себе мастерски... О, отомстил сразу. Ха-ха-ха. Как говорится, как появился, так и исчез мой личный враг. Да, бывает такое. Опа-на, грекский. Нарисовался, не сотрешь. Грекский нарисовался, не сотрешь. Так, 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 так. Ну все, у нас все кончилось. Я настрелял 361, а у меня было 330. Это я пока только 31 фраг настрелял. С ума сойти. Так, Мираж, Оверпас, Нюк, Трейн. Давай Мираж. Давай Мираж. Да не нужен Нюк, блин, нафиг он нужен. Давай Мираж. Ну Нюк там вообще, блин, не пойми ничего. Сейчас возьмет Мираж, хорошо. Так, мы на Мираже, что-то опять их мало. Давайте я за вас зайду. Так, где он там? Отсюда должен вылезти. Ну, как бы должен, но не обязан. Как бы должен, но не обязан. Ага, а вот он, эксперт, обошел. Эксперт наш обошел и дал нам задницу. Это у нас грекский. Аба, ба, знакомые все лица. Грекские эксперты. Красота, да и только. Красота, да и только, я вам так скажу. Вон там кто-то ходит, я вижу. Это грекский. Нет, это не грекский, это какой-то Равена Фортино. Какой-то Равена Фортино. Так, сзади вроде мои топчутся. Вот здесь кто топчется. Я еще никого не убил за все это время. Вот, двоих шлепнули.
А, на этом подытожимся пока. Эксперт опять приволокся. Опять приволокся эксперт. Так, немножко не то, что я... Чего? Здесь не обязательно говорить. Ну, привет. Здесь не обязательно рассказывать. Если тебя зовут Артём, добро пожаловать. Если нет, иди нахуй. Так. Я тут Антон. Надо мне этих... Сильное заявление. Товарищи, да. Вот этих... Я тебя буду звать просто Артём. Вот этих понял. Джеков. Я выключу вот этих Дада. Мне мало интересно, что они тут будут рассказывать друг другу. Да. Да. Так, я вообще кто? Я вообще КТшник, правильно? Правильно. Стреляю по террористу, правильно? Правильно. А что мне написали, стараясь не ранить, я в своего попал, вместо того, чтобы террориста попасть. Ух ты! Кодекс Перц, как сразу мне в мозг-то выстрелил, а? Как же так-то в мозг-то сразу? Как же так сразу в мозг? Удивительно. Спокойно, спокуха, все уедем. Блин, мне где-нибудь надо какую-нибудь нычку найти и сидеть в ней. Потому что с моим ФПСами тут туда-сюда бегать. Так, эксперт, нет, ну тут уже придется, как-то придется менять точку. Нельзя сидеть теперь на одном месте. Он придет со мной разбираться. Он придет, он будет добрый, ласковый товарищ эксперт. Так, это вроде наш там топает. Так, нерди. Был ни разу не ранен мною. Так, ну что ж, нерди хороший парень. Молодец, а я побежал. Главное тут, чтобы мне никто в спину нож не воткнул. А то могут. А, это уже убитый? Нет, уже убитый. Чего ты? Убитого убить хочешь? Хочешь убить убитого? За одного убитого двух отставить. Да. За одного убитого двух убитых дают. Так, за одного дважды убитого трех ни разу не убитых дают. Так, кто-то у нас вот здесь, в джангле, или как это называется, сидит, возможно. Тут даже тусовка была. Я тут всю тусовку накрыл, я так понимаю. С ума сойти, я накрыл всю тусовку. Не, брат, нельзя так. Брат, нельзя так. Брат, так нельзя. Брат, ты мне. Или так нельзя. Так. Так, мне нельзя сидеть на одном месте, потому что они сейчас будут приходить со мной разбираться. Они же меня выпаливают. Так, ого, я даже над кем-то стал преимущество какое-то набрал. С ума сойти. Ну ладно, ну допустим. Посидим еще чуть-чуть. Пришкеримся. Так, вон они идут с той стороны, двое, да? Да, и здесь. Сейчас они припрутся. Ну, конечно, еще бы не припереться-то. Так, ну, пошли зайдем в апартаменты. Может, что-нибудь там интересненькое будет. Тут у нас двое сидят в апартаментах. А что вы тут сидите, ребят? Кого тут ждете, вы мне скажите, а? Эксперта? Ну вот кто-то здесь сейчас меня, наверное, товарит. Возможно. Пока не отоварил. Пока нет. Ой, там третий. Ой, четвертый. Ох, их сколько. Ну хотя бы двух из четырех, и то хорошо. Хотя бы двух из четырех, и то неплохо, так я скажу вам. Так, он здесь, что ли, пробежал? Где он пробежал-то? Кто тут? Тут где-то был террорист. Тут террористическим духом пахнет. Кодекс. Террористическим духом пахло. Я чую, террористическим духом пахнет. Так. Здесь кто-нибудь сидит у нас, нет? Сидит. Так, но я его не убил. Я его не убил. Так, понятно. Он меня слышал, он меня видел. Нет, он меня не слышал, не видел. Он дурачок получается какой-то. Не слышал меня и не видел. Вон, по-моему, там кто-то у меня был, да? Главное, чтобы жопу не получить. Ну да, кто-то у нас там... В коврах, или как это называется, ходит. И откуда же они в него стреляли? Вот откуда они стреляли. Вот откуда они, мои хорошие, по нему стреляли. Тут у нас какое-то, по-моему, многообразие, я так чую. Ой, хоть одного-то убил, глянь, аж прям двое подвернулся. О, мне кто-то отомстил. Мне за все отомстили.
Так, 376, мне за все отомстили. Ох, убил, нифига себе. Нифига себе. Охо-хо-хо-хо. Так, эксперт заговорил. Против не Артемов? Эксперт, помолчи, пожалуйста. А здесь все могут друг с другом говорить. Здесь неважно, террорист или спецназ, все в один чат говорят. Голосовой чат общий. Поэтому мне тут никакие матюкальники не нужны. Я вам так скажу. Да блин, а вот эксперт по-прежнему в меня очень хорошо стреляет. Несмотря ни на что. Так, ну вот я кого-то вырубил. Эксперта там вырубили, я так думаю. Ох-ох-ох, вот это я сзади получил от этой Равены. Скоро Равена надо мной наберет преимущество, я так подозреваю. Привет, Артема. Да ё... Еще один. Что там, Тиам какой-то, да? Ну, это банд. Да ну, Тиам. Помолчи, пожалуйста. Ха-ха, прячется, глянь. Прячется, гад, за колонной. Или он не прятался? Интересно, здесь один был или два? Вот я не понял, сколько их здесь было. Ну, от нечего делать, постреляем. Стреляем от нечего делать. Все топают, кто топает, что топает, где топает. А, это мой, блин, напугал. Что так пугать-то? Я думал, тут меня уже режут. Это мой был. Вы меня не пугайте. Я пугливый. Да ладно. Так, что смотрим? Телевизор? Понятно. Нифига. 60 минус 60. И он живее всех живых. Как всегда. Как всегда, в принципе. Так, вот тут их вроде было очень много, да? Судя по карте. Но они все отсюда убежали. Опа-на. Прибежали. Кодекс прибежал. Гад. Гад, кодекс прибежал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Грекский. Грекский. Кто так поступает? Вот там кодекс. Это кодекс, его прекрасная ВП. Он его тут все еще не выкурили, да? Кто там стреляет? Кто там стреляет? Курицу, стреляй, курицу! Вот так, одно очко за нее получим. Погоди, не перезаряжайся, не надо. Надо тебе перезаряжаться. Тебе этого хватит для того, чтобы сдохнуть за глазные яблоки. Я тебе так скажу. Так, покрысятничаем чуть-чуть, хотя 35 секунд осталось. Так, я убил, что там у меня было? 50 пока набрал. А половину, да, я набрал, 308 стало. А, один килочек. Один килочек оттопырил я. Один килочек оттопырил я. Так, тут кто-то сзади может прийти, и отсюда могут спрыгнуть. И отсюда могут выйти. Отсюда могут выйти. Кодекс меня убил. Я кодекс убил. Тут у нас кто-то был. Он, наверное, уже ушел. А может еще... А, все, я не успел. Так, и что там у нас следующая карта? Какая будет? Так, 20 киллов. Ну, не густо, не густо. Очень не густо. Не знаю, зачем ты проголосовал за кэш? Зачем проголосовал? А может за трейн? А, я не могу второй раз свой голос отдать. Все, будет кэш. Да, кэш-то, еще карта, я вам так скажу. Ну, ладно. Так, наша задача настрелять из Евгения Онегина 100 фрагов. На данный момент мы настреляли пока только 51 фраг. Так, я за КТшников играю? Ну да. Чтобы разобраться, за кого я играю. Не попал. Так. Мне здесь какое-то местечко надо найти. Мне здесь, где попало, сидеть не получится. Мне как-то надо... покрестятничать немножечко, так сказать, тактическое преимущество получить. Да, но вот при такой стрельбе ты никакого тактического преимущества не получишь, я тебе так скажу. Ага, двое сразу вышло. На этой карте меня лагает вообще капец. Не попал. Не попал в Равена. Ты лишь меня, я.
Так, что там у него за ник такой? Хэллю. Угу. Молчать всем! Я сказал, все молчать! Так, кто-то кого-то прирезал. Да, это случается в нашей игре. Могут и прирезать. Так, вот здесь у нас дверь, она может быть открыта. Может быть закрыта. А теперь меня тоже могут прирезать. Потому что у меня мало хп, ему об этом известно. Это у меня один разочек ножочком, чтобы кто-нибудь махнул. И до свидания. Так, здесь сверху нельзя упасть. Нельзя. Ну, посидим чуть-чуть. Посидим чуть-чуть. Вертолет полетел. Ну, не знаю, как часто здесь будут бегать. Так, ну, может сейчас кто-нибудь выбежать. Там он товарищу контрапопили. Угу, кто-то бежит. Чужой бежит, ага. Со всех сторон бегут чужие. Вот рядом чужой, видите, да? На карте появился. Бежит ли сюда? А кто его знает? Бежит. Теперь сразу надо валить отсюда, потому что... Потому что это же он же пришел же, да? Ну, хоть одного бы убить, и то хорошо. И то хорошо, хоть одного бы кокнуть. Так, а здесь у нас, значит, тупичок. Отсюда выхода нет и входа, да? Я правильно понял? Это тупичок, через который не пройдешь. По своему попал. 55, минус 55. Так, минус 55. Что тут происходит? Где тут кто? Тут в кого стреляет? Так, это мы на планту. Это мы на планту. Каком планту? Да на каком-то планту. Это мы на каком-то планту. Посидим на планту. Блин, со всех сторон стреляет, а я даже не пойму, откуда стреляют. И кто стреляет? Так, они меня увидели. Они так сигают. Так, блин, я кого-то там отминусовал. Но мне от этого не легче. Мне нужны чистые киллы, а не какие-то там плюсы. Ага. Да, попал. Снайпер. В грекского не мог попасть. Гадок грекского. 30. А я в эту равенту никогда не покупал, не попадал. Отродясь в эту равенту. Не попадал. Да блин. Вообще капец, как он стреляет с AVP, а. Надо так... Ого. Нифига себе. Без вариантов. Да, я знаю, в бою насмерть все время эти говнюки с AVP достают. Возьмут свои VP и мочат с них. А ты разбирай там они. Читаки, не читаки. Ого. Ого. А я вот попал в кого-нибудь. И рад. Попал и рад. Попал и рад. И рад попал. Так, ко мне бегут. Ко мне бегут. Ко мне бегут. Пусть бегут неуклюже. Террористы положим. Так, отминусовал хорошо, но мне это не помогло. О, я видел спинку. Видел красивую спинку террориста. Я хотел ему потереть его красивую спинку, но не смог. Это был опять гад грек. Грекский. Так, хорошо. Хорошо. Неплохо я зашел так. Так, это что, грекский был? Нет, это был не грекский. Да блин, это был не грекский. Ой, это я просто удачно заспавнился, не более чем. Это был просто не более чем удачный спавн. Да. Там мне повезло. А вот это был неудачный спавн. Опять удачный спавн. Кому-то в спину можем зайти, нет? Тут у нас здесь где-то рядышком показано. Вот. Тут-то рядышком показан. Так, что он тут у нас? За спиной, гад, заспаунился. Слушай, а зачем так спаунить вот чужих за спиной-то прям? Как же так это? Как же так это? Так, ну тут, короче, чуваки стреляются. Да? Да. Почему-то показывает, что кто-то за спиной у меня заспаунился. А я тут никого не вижу. Как так? Что за фигня? Ага, теперь вижу. Теперь вижу. Теперь видел. Но мне это не помогло. Так, уже кто-то кого-то читером обзывает. Я не знаю.
Это точно не я. Вряд ли у кого-то возникнет вопрос, что я там какой-то не такой. Ну, собственно говоря, приперся я сюда. И чё? И чё? Дальше. Не, как-то мне не катит особо эта карта с моим тут Негивым, а Евгением Онегивым. Да, как-то мне не очень. И тут еще один был. Где-то тут был, гад. Нет, что ли, вот тут все, ушел. Ого, попал, нифига себе. Ого. Ну да, на этом счастье закончилось. Счастье длилось недолго. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Ого. Ого-го-го-го-го. Прямо так вот сразу и в головной мозг это получил. Ладно. Ты пока еще не появился. Не, ну слушай, я тебя сразу убивать не стал, а ты вот так на меня пошел. Так нечестно, я тебе дал возможность, а ты знаешь, что я рядом. И все равно полез на меня, гад. Честно поступил. Так, посидим немного, отдохнем, перекурим. Перекурим. Посидим, подумаем, что-нибудь придумаем. Так, кто откуда идет? Ну, вроде слева идут, а там уже и справа вот кто-то появился. Я и справа не попал. И слева не попал. Так, ой, надо мной удерживают преимущество, и я удерживаю преимущество. Как все хорошо сложилось. Абсолютное преимущество у нас. Ага. Чтобы понять, откуда стреляют. Вообще не понял, откуда. Отомстил штурм. Штурмбот отомстил. Хорошо, отомстил, так отомстил. Отомстил, так отомстил. Я не против. Чё там снизу прострелили? Грекский мерзавец. Это мерзавец грекский, все он в меня стреляет, почем зря. Все он в меня стреляет. И так я в него даже и не попал, в этого грекского. А жаль. Тихо. Блин, а как я в него не попал-то? Как я в него не попал-то? В упор-то не попал. Как ты? Как? Да так, рожь кривая, вот и не попал. Ты сейчас не попадешь. Да, в грекского невозможно попасть. Грекский такой шустрый типец, что в него никто не может попасть. В грекского отродясь никто не мог попасть. Как сейчас помню, дед рассказывал. Пытались мы попасть в грекский, и ничего у нас не получилось. Да, потому что это грекский. Потому что грекский он такой. В него хрен попадешь. Так, сколько я там настрелять-то себе успел? Товарищ! А, понятно. Так, понятно. 402. 28 не осталось. 28 не осталось. А я, тем не менее, потихоньку-то приближаюсь, значит, да? К заветному числу. Да, я думал, что-то я вообще от него очень далеко. А там, глядишь, тихо, кто? А, не знаю, кто это был, я в него не попал. Так, значит, ну что ж, ну, скорее всего, напоследник, на еще одной карте, которая будет, не закончу я все. Не закончу. Так, что выбираем? Мираж, Инферно, Оверпас. Давай Оверпас. А, не Мираж выбрали. Давай Оверпас. Ну, хорошо. Мираж так Мираж, опять Мираж. Придется где-то закрыться капитально. Так, ну что ж, продолжаем наш челлендж. 100 фрагов на Евгении Онегиве. Так, за терроров. То есть за КТшников играем. Сколько мне там надо еще? 27 еще мне надо. 27 осталось мне. Ну, 27 это, конечно, нормально. 27. Так, курочки бегают. 27. Не, за раунд 27 я... То есть за одну... Там еще один. Ну, это грекский. Грекский он тебя всегда убивает. Ты знаешь, да, грекский чувак серьезный. С грекским связываться не стоит.
Ах ты ж, убили. Я хотел в него стрельнуть. А, стрельнул. Вот дарара. Это дарара был? А какая разница, кто это был? Кто бы не был. Ух ты! У меня бонусное орудие сейчас присутствует. Тихо, кто там в меня стреляет? А, это свои. Это свои. Такая позиция была хорошая. Не попака. Ни в кого я не попака. Побежали, что стоим? Побежали, мне нужно 100 фрагов набить на Евгения Онегина. Он тут стоит, понимаешь ли. Стоит тут, понимаешь ли. Как? Не пойми кто, не пойми где. Так, я пока... Ага, посидишь ты тут, да. Да сидишь ты тут. Очень тебе дадут тут сидеть. Посидит он тут. Хрен что у тебя получится насчет посидеть. Насчет посидеть, это знаешь, не к ним. Это не к ним, не к этим ребятам. У них не засидишься. Я вам так скажу. Ого, вот так вот вышел и сразу дал в мозг. Ну, силен, нечего сказать, брат. Силен, там сзади такое ощущение, что кто-то шел. Да, действительно, кто-то шел. Гля, промазал вот этот товарищ, который мне мозг дал. Фига себе, это как кто-то так промазал. Я удивлен. Кура, что стоишь, тебя убью, дурочка, не стой тут, дурочка. Так, эксперта кокнули. Так, сейчас там кого-то зарежут у телевизора кого-то зарезали. А, кодекс у телевизора зарезали. Кодекс смотрел телевизор. Так, грекскому в мозг дали. Чтобы знал. Так, не, ну, ух ты, нифига себе. Опять этот товарищ, который мне свертухи мне дал. Так, ну это уже другой кодекс. Я его почти убил. Ну, как мы знаем, чуть-чуть не считается в нашем деле. Мне стучат, мне нельзя шуметь. А как же мне записывать мой челлендж? Придется очень тихо говорить. Очень тихо говорить придется. Я мешаю. Ребятушки, девчатушки. Будем заканчивать челлендж в тишине. Дас. Тихонечко. Так. И кто тут? Где тут? Где тут какие грекские? Гребские? Здесь кто-то был. Кто-то был вот здесь, по-моему. По-моему, был. А может и не был. Хрен его знает. Так. Ну ладно, а что, можно... Можно потом-то записать, в принципе, прерваться. Давайте-ка откуда играем, как пойдет. Так, я даже над кем-то удерживаю эту, как его, превосходство. Да, косой ты, гад. А вот он не косой. Прыгает. Еще один мой прыгает. Курва, ладно. Курва, не надо говорить курва. Курва, это плохое слово. Курва. Так. Так, 414. Мне еще 20... 16 киллов надо. 16 киллов надо, еще чуть-чуть осталось, 16 киллов. За эту катку никак не настрелять 16 киллов, это я вам так скажу. Ух ты, ушка. Ну, это уже не получилось. Так, кому-то эксперту дали в бошку. Там кто-то в меня стреляет. А кто там в меня стреляет? А, что-то я на него смотрел, думал, это свой. А это оказался не свой. Так, пошли туда. На Зигу, на Мин, на Длину, или как это тут называется. Они тут любят, я гляжу, тусоваться. Да, они любят тут тусоваться. Вот они тут тусуются втроем. Втроем.
Так, ладно, побежали в обратную сторону. Что тут у нас интересного? Неплохо, неплохо. Неплохо. Я вам так скажу. Что там есть кто? Вот. Кто-то был. Осталось всего лишь 12 киллов, чтобы была сотка. Кодикс-кат! Кодикс-кат! Кат-кодикс-ты! Кодикс-ты-кат! Ух ты, блин! Слушай, а точно вот этот товарищ, который, он вот такой хороший стрелок? Чё-то я сомневаюсь, при таком пинге он так хорошо стреляет. Так вот с прыжка дает. Прям как-то не нравится мне все это. Все это не нравится. Кодикс, ладно, он хотя бы так не прыгает. А это же прям лишь прыгает еще. Это же мерзавец еще и прыгает. Так, одному в мозг дали. Это еще мало. Мало дать одному в мозг. Надо всем в мозг дать. Блин. Отомстили за себя и за того парня. Так, сколько там? 10 киллов осталось. Но за этот, за эту катку никак 10 киллов не сделать. Никак не сделать 10 киллов. Ух, их там двое. А это опять вот этот Джек. Джек, нечестный Джек, это опять нечестный Джек. Good one, lad. Грекский просто ничего невозможно с ним сделать. Не понимаю почему. Грекский. Такой жесткий грекский. Одного убрали, другого нет. Так, 26 секунд. 9 киллов осталось сделать. 9 киллов осталось сделать. И мы, так сказать, в шоколаде. Если сделаем 9 киллов. Так, ладно, 9 киллов будем делать в следующий раз. Все, друзья мои, спасибо за внимание. До скорых встреч.